Там есть слово security? Нет. Да блин, да кто? Я сдаюсь, кто ты? Саймон. А, стой, стой! Блин, хотел сказать Саймон. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, King on Fire, Серега, пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Привет, сталкеры. Сегодня у нас очень классная рубрика «Угадай аниматроника». А, просто «Угадай аниматроника». Если тебе пьете кушать, приятного аппетита. Так, ребята, сегодня мы изменили немножко правила, теперь будет не один угадывать человек всю серию, а мы по очереди. Dark Dragon, потом Серега, King on Fire и я. Ну что, пацаны, вы помните, что надо делать? Надо брать очень сложных аниматроников, которые Dark Dragon. Типа, знаете, он всегда думает, что он самый умный. Но мы сейчас сделаем так Серега, что не угадает ни одного аниматроника. Да, Серега? Да. Давай прям вот только жестко, пожалуйста, возьми, чтобы он реально не смог угадать. Пожалуйста, я тебя прошу. Так, ребята, а мы сейчас найдем себе сложных аниматроников. И он не сможет угадать. Так, ну пока Миша наблюдает только легких. Я не глупенький. Ты не глупенький? Немного. Ну а что ж еще делать? Сейчас ты проиграешь. О, вижу. Нет, это не те. Вот здесь вот, наконец-то. Если проиграть, то с честью проиграть. Серега, ты выбрал? Да. Во, я выбрал тоже. Ты где, Дима? Я иду до King of... Ой, Dark Dragon. А, вот он, ты, вижу тебя. О, так ты взял легкого. Легкий? Я не помню. Ну что, King of Fire, Dark Dragon выходит, King of Fire, скажи все. Ну давай, угадывай Серегу. Кто Серега у нас? Что за аниматроник? Шестую часть. Так. Блин, а я сейчас. Ты должен знать. Я говорю, я глупенький, я не помню. В этой серии мы выясним, кто же самый лучший знает аниматроников. Боб. Боб, Серега? Нет. Что, давай, все? Минуту даю. Да не, давай хотя бы 59 секунд, какая минута? Не, если честно, не помню аниматроника. Не знаешь, да? Да. Если честно, я тоже забыл, как его Серега зовут. Ну как его зовут, Серега? Music Man. А я не знал. Давай, теперь, короче, меня угадывай, кто я? Так, ну-ка. Ну? Ну и говори, шарик. Шарик я? Не-не-не, ты на меня говори, вот, я за собаку бегаю. Ну, шарик. Какой шарик? Его не так зовут. Как? Ты не знаешь этих аниматроников? Нет. Собака Лили. Так, ну давай теперь King of Fire угадай. Кто это? Вот это мы... Из второй части, я тоже, который... Ну, очень, ребята, жестко мы взяли аниматроников, даже я, если честно, я бы не угадал. Ну, вторая часть, когда я вспомню. И? Как его бумажные зовут? Бумажные человечки. Как? Бумажные человечки. Тебя зовут бумажный человечек? Да, в принципе, так. Ты угадал одного, что ли? Да. Да ладно, это баг. Ладно, King on Fire, давай ты теперь вставай. А мы тебе сейчас приведем аниматроников, ты будешь угадывать. Вставай, жди нас. Так, ребята, теперь надо нам взять еще жестче. Там он никогда в жизни не смог угадать ни одного аниматроника. Это та серия, когда мы специально будем запутывать их максимально очень сильно. Так. О, я думаю, вот этого не угадает. Сейчас. Так. Так, все. А, надо аннулироваться, я же забываю постоянно. Так. Отлично, ребята. Так, его зовут... Ага. Вот это мы сегодня берем сложных аниматроников. Так, все, я иду до King on Fire. Теперь я вас, пацаны, давай. Жду. Пока он будет меня угадывать, вы давайте там. Давай, King on Fire, угадывай. Кто я? Ну, новогодний Фредди. Нет, у него имя есть. И его зовут... Я уже не помню. Если честно, ребята, как я буду угадывать аниматроников, я даже не знаю. Если честно, я тоже не знаю, как его зовут. А ты угадай, кто я. Ну, потом. Не знаешь? Нет. Его зовут Попо Белый Медведь. Так, давай теперь угадывай Dark Dragon. Кто Dark Dragon? Это приспешник Балоры.
Так. Как его зовут? Ну-ка, давайте, ребята. Если вы знаете, напишите в комментариях. Кто угадает, попадет в ролик следующий, в топ-комменты. Ну? Кто? Блин, я в пятой части редко играю сейчас. Ты не знаешь, Оли? Знаю. И кто это? 5, 4, 3, 2, 1. Все, как его зовут? Как? Электробаб. Это электробаб, ты не угадал. Ну что, давай теперь Серегу угадывай. Может, хоть одного угадаешь. Меня. А я знаю, как Серегу зовут. Это сломанный Эннер. Нет. Не, давай дальше, еще какие есть варианты? Энда 2. Неа. Неа, ты не угадываешь, видишь. И это кто? Ладно, Серега, он не знает, уговори, кто это. Энда F красный. Все, хорошо, Серега, давай теперь ты вставай, мы тебя сейчас приведем. Раз ты... Получается, Dark Dragon угадал одного, King on Fire ни одного не угадал. Теперь мы должны Серегу запутать каким-то образом. Не знаю, как это сделать. А, я понял. Так, ну это Серега угадает, он их знает, он их знает. Тут всех он тоже знает. Но есть такие, короче, у нас аниматроники, что он не знает. Так, так, так. Тут он был, значит, он аниматроника уже прочитал. Так, давайте посмотрим здесь. Так, так. О, вот этого он может не знать. Так, 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 так. Тут даже года, короче, есть. Старые, новые. Так, пацаны, надо же аннулироваться. Вы же не забывайте, что надо на красную сюда набежать. Нет, чинь. Я не забываю. Забываешь, забываешь, как и я. Так. Давайте не будем прям так очевидно брать. Даже не знаю. О! Этого тоже не знаю. Блин, кого взяли? А кого вы взяли, пацаны? Сложных или нет? Все, Серега, беру. А, они не подписаны. Можно брать? Зачем я взял сегодня, как он называется? Хорошо, давайте аннулируем. Во! Серега, я нашел для тебя сложных аниматроников, которых ты не угадаешь никогда. Так. Все, я взял. Бегу к Сережке. Ну что, Серега, давай. Угадывай меня первого. Вот я, желтый. Кто я? Я долго выбирал специально, чтобы тебе было сложно выбрать. Угадать. Ну? Кто я? Я знал, что Серега не угадает. Фокс? Нет. Лис, правильно, дальше нет. Хитрый лис по имени Димас. И это правильно. Нет, ты не знаешь, сдаешься? Да. Голфрулд. Голфрулд. Гарфилд. Короче, будет Гарфилд. Так, ну давай, угадывай этого, Дарк Драгона. Балун. А я не знаю даже, кто это. А кто это такой? Мусороящик, шарик. Если ты не знаешь, говорю, я сдаюсь, мы будем понимать, что все. Я сдаюсь. Мистер может. Мистер может. Первый раз такой вижу. Как я сейчас угадывать буду? Это мистер Ящик. Угадал? Да. Ну что, ребята, давай, пацаны, идите, берите быстренько себе новых аниматроников, а я буду угадывать. Пока они идут выбирать, я себе аннулирую, чтобы быть обычным чилипиздриком. О, все. Давайте, пацаны, сделайте мне вещи. О, я вижу, один уже бежит. Что-то не добежал. Режим очень большой, это мы на одной из локаций. Там есть локация, где можно аниматроников самому делать. Короче, я придумал рубрику, Серега. Тут же есть, короче, фабрика аниматроников, где надо самому, да, делать? Да. Мы можем, короче, такую рубрику делать, когда мы закатываем аниматроника, и все должны сделать похожую на него. Допустим, все делаем там Эннарда. И все должны, типа, сделать Эннарда. И у кого самый лучший, да, тот будет выигрывать. Прикольная идея? Да. Или очень. Сделать Фокси, хвост, там уши, красным цветом, все, уже Фокси, смотров. Ну чё, пацаны, я уже заждался, чё, уже дырку тут на полу сделал ходить. Жди. О, пришел. Я этого... Это сейчас, ребята.
пес. Дибка! Нет. Не, сейчас подожди, Серега, перебил, я неправильно. Это не засчитывается ответ. Так, а где у нас Серега? Что-то не вижу. Вот. Вижу, а, вижу. Так, ну что, ребята, давайте вместе со мной угадывать. Балун... Шадоу Балун Бой. Ой, Шадоу Бонни у него. Да? Да. King of Fire угадал я? Да. Так, Серега, у тебя Pink Skelet? Нет. У тебя фиолетовый охранник? Нет. У тебя фиолетовый человек? Нет. Фиолетовый скелет? Нет. Охранник скелет? Нет. Охранник не скелет? Да ну блин, а кто это такой, ребята? Я не знаю, кто это. Так, сейчас, дай подумать. Это... Ну там есть слово розовый? Нет. А там есть охранник слово? Нет. А там есть слово security? Нет. Да блин, да кто? Я сдаюсь, кто ты? Саймон. А стой! Блин, хотел сказать Саймон. Блин, ребята, как всегда у нас настроение классно. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Так, а где еще один? Я вот. А, вот, ты сливаешься с картой. Так, ребята, ну что, давайте угадаем самого сложного. Это... Ну, это... Ну... Это пес. Есть слово пес там или собака? Нет. Да? Нет. А есть слово волк? Нет. А есть слово псина? Нет. Блин, да кто это? Видишь? Подожди. Ну дай подсказку, какое первое слово? Чёрн. Кто? Чёрн. Чёрный? Да. Чёрный аниматроник? Нет. Чёрная собака? Нет. Чёрная тварь? Нет. Чёрный просто. Нет. Чёрный аниматроник? Нет. Черный плащ. Нет. Черт. Я сдаюсь. Бумер. Анабарсу. Да господи, что за Анабарсу? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. Посмотри мои ролики еще.